Со столь быстро растущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Название этого мода такое же броское и вызывающее, как и его внешний вид. Оно сразу говорит о том, что этот механический мод способен дать многое. Avid Life и Comp Life оказались крутыми не только в плане дизайна, но и функционала. Able доступен в трех вариантах – алюминиевый, медный и латунный. Мод крайне удобен, и видно, что этому аспекту уделялось много времени. Но обо всем по порядку. Для начала механизм кнопки сделан довольно просто, но при этом пользоваться им очень комфортно за счет размера и отличного хода. Тем, кто крайне обеспокоен безопасностью, очень понравится возможность блокировки. Однако на зазубринах постоянно скапливается грязь. За счет уникального пина облегчается процесс разборки кнопки. Есть подозрение, что такая конструкция увеличивает производительность за счет увеличения площади контакта с телом кнопки. Разбирать ее стоит аккуратно, так как магниты внутри довольно сильные. Нам очень понравилась функция подстройки высоты верхней части мода, которая избавляет от возни с изолятором. Изоляция здесь происходит за счет обертки аккумулятора, поэтому даже не вздумайте использовать мод, если она повреждена. Иначе могут понадобиться 6 газоотводных отверстий, расположенных в кнопке. Возможность смены рукавов — это определенный плюс. Кроме стандартного карбонового, у нас был еще и анодированный вариант, который выглядит стильно и броско. В отличие от того же Limitless, у которого тоже можно менять стаканы, Able действительно жарит и является одним из самых беспросадочных модов на рынке. Говоря о дрипке, хочется сказать, что Comp Life очень хитрые парни. У нас не получилось ее накрутить на какой-либо мод так, чтобы между декой и самим модом не было зазора. А все дело в том, как сильно выступает пин. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это уже ограничивает возможность выбора мода. База не вызывает никаких нареканий. Тут все сделано по уму. Да, три стойки уже несколько устаревший вариант, но с удобством установки спиралей не возникает никаких вопросов. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Винты снизу идеально сточены и вообще выполнены из титана. Центральная стойка имеет несколько преимуществ. Во-первых, отверстие проточено немного под углом, что облегчает центровку спиралей. Во-вторых, ее нельзя прокрутить. Во всяком случае, у нас не получилось, и мы согнули оправу для намотки спиралей. Создается ощущение, что она просто приварена к базе. В-третьих, в отличие от большинства дрипок, резьбу в стойках проточили ровно до нижней грани отверстий для установки спиралей, из-за чего винт прижимает намотку к ровной площадке и не может ее перекусить. Есть несколько вариантов базы. В самом дешевом варианте плюсовая стойка сделана из меди, в более дорогом — из цельного куска серебра, а для особо привередливых есть полностью серебряная база. Однако не стоит забывать, что размер испарительной камеры не огромен, а трехстойчная конструкция и диаметр базы немного ограничивают извращенцев. Правда, всем нормальным людям этого места будет достаточно. Переходя к Modfather Cap, сразу стоит отметить, что стенки у этих кэпов толстенные. Диаметр деки всего 20 мм. Поэтому если на кэп не осталось денег после покупки сетапа, можно пожертвовать внешним видом и использовать кэпы от мутации или Velocity. Несмотря на отсутствие регулировки обдува, вкус действительно радует, но учитывая предназначение устройства, это трудно назвать минусом. Внешний вид необычный и по стилю соответствует моду Able. За кэп браться удобно благодаря форме и засечкам, но жаль, что нельзя использовать дриптопы, потому как верхняя часть кэпа может нагреваться при непрерывном парении. В итоге получился отличный сетап, имеющий кучу преимуществ как по дизайну, так и по функционалу. Однако за качество нужно платить, так что приготовьтесь разбить копилку. Мы благодарим вейп-расточителя за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.